при VPN Pro. Приветствую вас. Представляю вашему вниманию расширение для браузера Google Chrome и браузеров на основе Chromium, которые поддерживают интернет-магазин Chrome, VPN расширение при VPN Pro. Об этом расширении мне подсказал пользователь в комментариях. Спасибо. Поэтому пишите в комментариях, какие программы вы хотели бы увидеть, чтобы я сделал обзор, желательно бесплатные программы и чтобы это было в одном видео. Не такие программы, как, допустим, Photoshop, что нужно там 30 видео снимать, чтобы сделать полноценный обзор на программу. А простенькие такие программы, желательно бесплатные, пишите в комментариях. Программ, которых не было еще на моем канале. Это официальный сайт, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Правой кнопкой кликаем в браузере Chrome «Перевести на русский». Бесплатный неограниченный VPN прокси. Ниже конфиденциальность. Защитите свои данные от перехватчика в любых сетях. Никогда не будет знать, кто вы и откуда. Легкая установка. Доступ к любому контенту, независимо от географических ограничений. Бесплатно. Высокая скорость. Простая установка. Из интернет-магазина Chrome не требует регистрации. Управление прокси в один клик. Работает на Windows, MacOS, Linux. Дополнительное приложение не требуется. Нажимаем Install при VPN Pro. Переходим в интернет-магазин Chrome. Нажимаем Установить. Установить расширение. Расширение установлено. Вот оно. Поздравляем, мы установили VPN Professional. Ну, Professional — это громко сказано, конечно, но для обхода заблокированных сайтов отлично подойдет, на мой взгляд. Нажимаем на расширение, Великобритания, нажимаем треугольничек, отключить VPN, и здесь можно выбрать Германия, Испания, Канада, Нидерланды, Россия, Румыния, Сингапур, США, Франция, Швеция, или отключить прямой доступ. Посмотрим настройки, проксировать все не рекомендуется, то есть все сайты будут через VPN, проксировать только домены, и здесь можно выбрать через звездочку домены, которые вы хотите, чтобы были через VPN. И вот здесь внизу, вот, например, звездочка.vk.com, допустим, ВКонтакте. То есть, чтобы все поддомены были тоже через прокси. Очень удобно. Остальные сайты будут без VPN. Или наоборот, проксировать все, кроме доменов, выбрать, допустим, звездочка.youtube.com. YouTube не любит прокси и VPN. Обратите на это внимание. Но пока оставим проксировать все и нажимаем применить настройки. Вот эта функция очень удобная. Вы выбираете только те сайты, которые вам нужны, чтобы через VPN шли. Остальные будут без VPN на максимальной скорости. Правой кнопкой кликаем, параметры, удалить, не показывать, управление расширениями. Вот здесь вот можно включено, можно выключить, значок убрался, включено на всех сайтах, и удалить расширение. Или три точки, дополнительные инструменты, расширение, вот оно, VPN Professional, включено, можно выключить или удалить. Давайте проверим скорость интернет-соединения. Сейчас у нас Великобритания, давайте поближе Германию поставим. Сайт 2ip.ua, Германия, прокси используется, но я просто куки не почистил. Нужно было почистить историю браузера. Проверяем скорость интернет-соединения. Тест скорости нажимаю. И тестируем Германия VPN. На прием 32,58 мегабит в секунду. На передачу 16,82 мегабит в секунду. Ну, отличная скорость, я считаю. Посмотрим без VPN, какая будет скорость. Нажимаем. Треугольничек, отключить, нажимаем тестировать. Это без VPN, какая на данный момент скорость у меня. 58 на прием, 29 на передачу. Ну, отличная скорость VPN. При VPN Россия, попробуем, какая скорость будет. Тестировать. На прием 19.50.
на передачу 12.41 мегабит в секунду. Ну, Россия немножко похуже скорость, но тем не менее хорошая скорость. То есть нужно подбирать сервера, вот здесь вот выбирать на скорость сервера, Германия, Испания, ну я думаю поближе, наверное, какие-то. Нидерланды, может быть, Франция, Швеция, Германия. Нужно тестировать на скорость. 2ip.ua сайт. Пишите отзывы, замечания, пожелания в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте нравится или не нравится. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.